Привет, я пастор Дерек Уокер. Сегодня я поделюсь трактовкой одной из моих самых любимых притчей. Это притча о Самаринине. Помимо основного и общего смысла, который известен всем христианам, в этой притче вы почерпнете много свежих смыслов. В ней есть даже намек на скорое пришествие Господа Иисуса Христа. Один законник встал и, искушая его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Главный вопрос, стоящий за притчей, звучит следующим образом. Как мне получить вечную жизнь? А в этой притче мы увидим Евангелие. Итак, он же сказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и ближнего своего, как самого себя. Это правильный ответ. Это краткое изложение закона. И действительно, ты войдешь в рай, если будешь исполнять закон безупречно тебе откроется рай, но все грешники, и никто не исполняет закон. Одной из проблем того законника была самоправедность. Он хотел достичь права на вход в небо делами, но это невозможно. Евангелие начинается с указания на нашу всеобщую греховность и неспособность спасти себя. Есть только один праведник, только Иисус, любил Бога всем сердцем. Если хотите спастись, то положитесь на Христа и Его праведность. Большим препятствием для этого ханжи была мысль о том, что он сможет заработать вечную жизнь. Иисус открывает ему глаза. Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Поступая так, мы будем жить, но своими силами мы не спасемся. Проблема Ханджи состояла в том, что он хотел оправдаться. Он, желая оправдать себя, сказал, а кто мой ближний? Он было надеялся, что Иисус назовет его ближним иудеем. Тогда Он сказал бы, да, я люблю моего собрата Иудея. И сейчас Господь Иисус определит, кто Его ближний. Наш ближний это любой человек, который встречается на жизненном пути. Иисус Христос указал тому хитрому законнику на Самаринин как на ближнего. Человек был обличен во грехе, потому что иудеи были враждебно настроены против Самарин. С помощью этой притчи Иисус обличил законника в Его грехе, обличил в ненависти к ближнему. Премудрый Господь Иисус вел его к осознанию того, что Он недостоин вечной жизни и не может заслужить Ее. Вечная жизнь обретается только через Евангелие. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили и ушли. Один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаринин, проезжая, нашел на него и, увидев, жалился, и, подойдя, перевязал раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю, сказав, «Позаботься о нем, если издержишь более, я отдам». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся бандитам? Он сказал, «Самарянин, оказавший милость». Иисус сказал, «Иди, и ты поступай так же». Итак, у притча есть три вывода. Иисус объясняет, что любовь к ближнему — это исполнение закона. Это исполнение нужд. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились и к тебе. Когда мы говорим об исполнении заповедей, то это означает проявление любви не только к своим лучшим товарищам, а ко всем и каждому, кто встретится нам с вами на нашем жизненном пути. Иисус рассказал эту притчу, чтобы обличить задавшего вопрос в самоправедности ведь он стремился оправдать себя. Он задает высокий стандарт любви и добавляет, что это включает и любовь к врагам. Им внушали неприязнь к самаринам с молодых ногтей. Лучшие члены общества, священник и левит, проходили мимо пострадавшего, и уж кто, как не они, должны были помочь ему в этой ситуации. Возможно, Самаринин, увидев раненого, испытал чувство отвращения. Тем не менее, дело приняло неожиданный оборот. Именно Самаринин оказался его ближним. Этот человек стал его ближним, и, конечно, законник был обличен во грехе. Он не любил Самарин. Он осознал свое нарушение закона, и что он не войдет в вечную жизнь. Но Иисус не оставил его в этом состоянии. Ведь эта притча дала иудейскому законнику утвердительный ответ о том, как получить вечную жизнь с Богом. В притче Евангелие есть. Она начинается с вопроса об обретении вечной жизни. Отцы церкви воспринимали притчу как дивную иллюстрацию спасения. Дело в том, что Евангелие Христа присутствует в этом и на сказании в скрытой форме. Объясним притчу как аллегорию, рассмотрев духовные значения подробностей. Некоторые не согласятся с выбранным мною методом. Однако аллегорическое толкование притчи оправдано и обосновано. Ведь Иисус сказал, «Притчи открывают спрятанные тайны Бога». Во-вторых, самую важную притчу, которая является иносказанием о сеятеле, наш премудрый Господь Иисус Христос трактовал нам аллегорически. Каждая деталь имеет значение. Я буду объяснять, а вы увидите, что это работает. Из подробностей притчи состоит картина спасения. Так что это не может быть совпадением. Кто же такой добрый самаринин? Кто этот хороший ближний, который самоотверженным любит и проявляет милосердие даже к врагам? Только Иисус Христос может поступать так. Он наш добрый самаринин. Став человеком, Господь Иисус стал нашим ближним, он сделал все, чтобы мы прочли это в данной истории. Мы — это символ раненого. Иисус желает показать нам, мы есть этот раненый человек. Из-за греха мы были полумертвыми. У нас ужасное положение. Мы не можем спасти себя сами. Нам остается принять спасение доброго самарянина. Наша надежда — это добрый самарянин. Давайте заглянем в историю. Она начинается с падения человека. Ведь там говорится, человек шел из Иерусалима в Иерихон. Это символизирует нашу жизнь водами. И Иерусалим — это Божий город, где присутствует Его слава. В начале сотворения люди жили в Его славе. К несчастью, согрешив, человек ушел или сошел из Эдемского сада на опасную дорогу в Иерихон. Вы знаете, Иерихон находится у Мертвого моря. Это самое низкое место на Земле. Это символ падения людей. Протяженность этой опасной дороги в Иерихон составляет 32 километра. Она в пустыне. Ее назвали кровавой. Это опасный путь. На нем бандиты нападали на путников. Ничто не мешало им. Пойдя по дороге в одиночку, парень сглупил. Всегда путешествуй с группой. Это путь, ведущий вниз. Это 600 метров над уровнем моря, и также 300 метров ниже уровня моря. То, что парни ограбили, было его виной. Это картина человека, идущего своим путем от Бога путь из Иерусалима — это путь в грех. И Иерусалим — это город великого царя. В нем живет Бог, и в нем человек обрел мир и общение с ним в его славе. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы просто-напросто заблудились. История людей — это история крови, убийства, смерти, и погибели по дороге в Иерихон. Иерихон считается самым древним городом на планете. Это город, подлежавший Божьему суду. Это символ мирской системы, под управлением царства сатаны. Например, несколько тысячелетий назад иудеи обошли Иерихон семь раз, затрубили в трубы, и стены города рухнули. Это картина Божьего суда. Последнего Божьего суда, семи труб в период скорби. Будет звук семи труб, после которых упадут города падшего мира. Иерихон был обречен на Божий суд, как Иисус Новин разрушил Божьей мощью стены Иерихона, так и всемогущий Господь наш, Иисус Христос, однажды разрушит стены системы падшего мира. Человек спускается в Иерихон. Это символ падения человека, и как последствие его ожидает суд. Человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Этот стих — Изображает всех людей. Он попался разбойником. Смотрите, дьявол, Вор, Бог сказал, я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Вор пришел, чтобы украсть и убить. Когда человек согрешил, он подчинился власти врага и подчинился царству тьмы. Сатана посулил благо людям, а потом он обокрал их. Он украл его праведность. Он украл его радость, благо и мир с Богом. Они сняли с него одежду. Поэтому человечество изведало нищету, позор и потеряло праведность Божью. Человек утратил праведность и стал нагим. Страшное проклятие сделало его беззащитным. Разбойники ранили его. Эти раны являются символом болезней, немощи и физического угасания. Воры оставили его. Эти разбойники оставили его на произвол судьбы. Тот еврей был едва жив. Это состояние не спасенно. Адам умер дважды. Дело в том, что Бог сказал Адаму, «В тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Буквально умирая, ты умрешь, вкусив запретный плод, Адам умер духовно. Мы рождаемся духовно мертвыми. Через несколько сотен лет Он умер и целесно. Итак, те, кто не со Христом, наполовину мертвы. Они живы целесно, но мертвы духовно. А люди в таком состоянии из-за греха. Закон Моисея, религия, ритуалы и добрые дела не способны спасти человечество. Один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Он не хотел морать рук. Обратите внимание, законник и левит поступили одинаково. Дело в том, друзья, что закон Бога и ритуалы не спасут вас. Закон указывает на ошибки, но Он бессилен изменить нас и спасти нас. Вас спасет Христос. Список правил не спасет. Он только указывает на грехи. Итак, эти люди прошли мимо пострадавшего. Законы и ритуалы не помогли ему. Никакое самодеятельное благочестие и закон Бога не спасают. Спасение пришло в 33 стихе. Самаринин же некто, проезжая, нашел на него. Дело в том, что евреи презирали Самарин. Это прообраз Иисуса, который был презрен и умолен людьми. Его презирал его народ. В Евангелии от Иоанна, показана ненависть евреев к Иисусу Христу. Его обвинили в том, что он самарянин. Из-за непорочного зачатия Иисуса Христа обвинили в том, что у него отец — язычник. Ты, мол, самарянин. Итак, некий самарянин помогает еврею. Это символ Христа. Дело в том, что драгоценный Христос спас нас не из-за того, что мы полюбили Его. По сути, все мы были его врагами. Это похоже на вражду иудеев и самарин. Христос спас нас из любви. Он завоевал наше сердце любовью. Мы любим его, ведь он полюбил нас. Когда Христос пришел к нам, как добрый самарянин, то мы были похожи на того еврея. Мы не любили его. Мы отвергли его, но он умер за нас. Он любил нас, несмотря на это, ведь он хотел завоевать нас. Итак, этот добрый самарянин, Иисус, он пренебрег тем, что его отвергнут. Христос отдал жизнь за нас, Написано так, проезжая. Это символ шедшего с небес на землю Христа, который спасает. Он пришел на планету, ища тех, кто примет спасение. Написано, что он нашел на него. Мы не способны прийти к Богу сами. Он не двигался, его изранили и оставили полуживым. Это принимает до глубины души. Мы тоже не могли прийти к Богу. Мы не были способны на это. Мы нуждались в приходе Бога к нам. Бог пришел к нам в лице Христа и стал человеком. Он спустился к нам и нашел нас. Спаситель и Искупитель пришел за нами. Иисус — это хороший пастух, искавший нас, заблудших овец, Пока он нас не нашел, Христос связался с нами и достиг нас. Он взял наши грехи на себя. Наш добрый пастырь сам поднял нас, вытащив из грехов. Он пришел к нам, валявшимся в грязи и косневших в наших грехах. И он, увидев его, жалился. Итак, наша нечистота не остановила Иисуса Христа. Он жалился. Он мог бы сказать, «Ты недостоин». Это так. Но увидев нас, лежащими во грехе, беспомощными и полуживыми, Христос жалился. Слава Богу! Сострадание — это глубокая искренняя любовь, побуждающая предпринять действия и восполнить нужды. Слава Богу, Христос жалился над нами, когда мы были еще грешниками. Он сделал все, чтобы спасти нас. Он умер на кресте, Слава Богу! Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не заслужили спасения, но Он жалился. Там сказано... И подойдя, Господь Иисус Христос проникся нашей болью. Он понес наши грехи. Иисус Христос забрал наши грехи на Себя. Он перевязал Ему раны. Я люблю истину о том, что на кресте. Иисус понес наказание за наш грех. Кроме того, мы исцелились ранами Иисуса. Исцеление ⁇ это часть искупления. Христос пришел перевязать наши раны и исцелить разбитые сердца и больные сердца человечества. Слава Богу! Написано так, «Возливая масло и вино, он полил его маслом и вином». Это два символа служения Святого Духа. Масло — это служение Духа в новом рождении. Вино — это вселение Духа Бога в нас. Итак, масло — это символ Святого Духа. Иисус сказал так, Должно вам родиться свыше. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Иисус Христос натер наш дух маслом Святого Духа, и тем самым Он обновил его. Мы стали новым творением. Апостол Павел писал Титу о том, что Святой Дух омыл и обновил нас. Мы с вами родились заново. Классический стих о масле мы с вами обнаруживаем в 9 главе Евангелия от Матфея. «Не вливают так же вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают» но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Старые мехи не растягиваются, они твердые, и в них трещины. Когда новое вино вливают, оно бродит. Из-за давления старые мехи лопаются. Новое вино — это символ Святого Духа в нас. Это сущее чудо. До вселения Святого Духа в нас, наш дух или мехи должны обновиться. Они должны стать новыми. Через Святого Духа Всевышний Господь натирает своим маслом наши ветхие винные мехи. Он обновляет и освежает их. Мех снова мягок и может вместить Божью жизнь. Он вместит Святого Духа. Вот главная функция масла. А затем новое вино, Святой Дух, вселяется в нас и живет в нас. Теперь наш Новый Дух наконец-то способен вместить Духа Святого. Бог делает это для нас в Новом Завете. Далее, 22 Псалом. «Умастил Елеем голову мою, и чаша моя преисполнена». Ну так вот, дорогие мои друзья, Священное Писание призывает нас не напиваться вином. Писание призывает нас наполняться Святым Духом. Новое вино ⁇ это символ Духа. Наполняйтесь Духом. А далее сказано, и посадив его на своего осла, это символ Иисуса Христа, возносящего нас из царства тьмы и из грязи в сферу и реальность чудесного небесного царства. В царство Иисуса... Слава Богу! Мы выше нашего врага. Слава Богу! Здесь Господь Иисус Христос дает нам понять, нашим ближним может оказаться любой. Добрый самаринин — это Иисус. Парень не мог спасти себя сам. Он потерян и во грехе. Ему нужно было понять, я не могу спасти себя сам. Приходит добрый самаринин, и парню нужно принять служение этого человека. Все, что ему было необходимо, так это принять спасение. Он мог отказаться и сказать, ты не еврей, я отвергаю тебя. Но в таком случае раненый умер бы. Чтобы спастись, нам надо принять Христа. Пусть Он перевяжет твои раны и польет их маслом. Это Евангелие. Бог дает спасение как дар через Иисуса. Нам нужно принять Иисуса и обнять Его, и держаться за Него, чтобы принять Его служение привез его в гостиницу и позаботился. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю и сказал ему, «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. На полпути стоит гостиница. Это гостиница доброго Самаринина. Это символ Церкви Божией. Когда Бог спасает нас, Иисус помещает нас в Свою Церковь а вместо защиты, покоя и общения с нашими собратьями по вере. Здесь есть защита от бандитов и обеспечение. В частности, это обеспечение Божьим Словом и Духом. Ты спасся? Останься в церкви, а иначе ты снова станешь добычей бандитов. Самаринин позаботился о парне. Итак, Самаринин сказал, что он уедет. Это вознесшийся Христос. Самаринин обещал вернуться через два дня. Два динария. Это два дня. Он заплатил за уход за раненым на два дня. Он вернулся в Иерусалим. И он сказал, ⁇ Я вернусь через два дня. Это намек. Сын вернется через две тысячи лет. Спаситель говорит, ⁇ Я вернусь в то время. Он ушел в Иерусалим. И Он вернется через два дня. У Господа Бога один день равен одной тысячи лет. Это неделя истории. Это целых семь тысяч лет. От Адама до Христа прошло четыре дня или четыре тысячи лет. Христос умер и воскрес. И конец этих двух тысяч лет наступит скоро, когда Сын вернется. Он будет править одну тысячу лет. Это седьмой день. Хозяин гостиницы — это Дух. Сын отдает нас на попечение Духу. Христос говорит Святому Духу, я заплатил за все на кресте. Все блага Бога обретаются в Духе Святом. Это полнота Святого Духа. Все духовное вино для нас с вами. Не напивайтесь вином этого мира, но Наполняйтесь Духом. Павел сказал, исполняйтесь Духом. Бог дал нам все блага, все оплачено. Пока Иисуса нет на земле, все оплачено. Сын сказал Духу, дай людям то, что нужно. Я уже все оплатил. Позаботься о них. Я возвращусь. Рождаясь заново, мы принимаем драгоценное масло Святого Духа. Итак, в обновленном духе есть духовное вино. Так что проси Бога продолжать наполнять твою душу вином духа. Хозяин гостиницы наполняет бокал всякий раз, когда мы просим его об этом. Ведь Иисус заплатил за все, так что попросите Святого Духа наполнить вас и да наполняет Он вас регулярно. Иисус вернется очень скоро. Он тот самаринин, что спас нас. Он оставил нас в гостинице, где обеспечил нас всем через Святого Духа. Наш Иисус, наш Господин, вернется скоро. Иисус заберет нас в новый... Небесный Иерусалим, где мы всегда будем жить с Ним во веки. В этой притче Христа скрыто дивное Евангелие. Аминь.